Открой рот. Чемпионат с таким названием снова пройдет в Чебоксарах. Регистрация на соревнования по чтению вслух уже открыта. Быстрота чтения здесь не оценивается. Самое главное – правильное произношение и выразительность. Чемпионат по чтению вслух проходит в России с 2011 года. За это время к литературной акции присоединились 111 городов. Чебоксары впервые приняли участие в чемпионате прошлым летом.